Смотрите программу «В центре событий» каждый день на телеканалах «Сургут-Интерновости» плюс «СТС», «ТВ-3», «ТВ-Центр». Достоверная информация из первых рук. Злободневные проблемы и пути решения. Резонансные происшествия. Программа «В центре событий» каждый день. По дороге к инновациям в Сургутском кардиологическом диспансере прошли мастер-классы. У руля операционной ведущий научный сотрудник Российского центра хирургии имени академика Петровского. На этот раз врачи отрабатывали один из новых методов малотравматичной хирургии. Далеко не все сосудистые кардиооперации сегодня проводятся с помощью рентген-хирургии. Устранение аневризмы брюшной аорты выполняется открытым полостным методом. Невероятно травматичное вмешательство доставляет массу неудобств больному. Но и с этой проблемой удалось справиться, как говорится, малой кровью. Благодаря появлению относительно таких вот высоких технологий, стенграфтов, все это можно сделать эндоваскулярно, то есть через небольшие разрезы на бедре, исключить аневризму из кровотока и тем самым, скажем так, обеспечить безопасную жизнь пациента. По сосуду к пораженной области через специальный проводник рентген-хирург доставляет стентграф-протез. Он укрепляет стенки сосуда и не дает ему разорваться, что может случиться при аневризмах. А их оказалось у больного бывает даже несколько. В этом случае хирурги за одну операцию порой ставят не один стент. При сочетании поражения, значит, брюшного отдела аорты и поражения аневризмы подвздошных артерий, соответственно, стентирование приходится не только именно этот участок, но и подвздошную артерию. Такие операции пока проводят только тем пациентам, которым категорически противопоказаны открытые вмешательства. В основном это люди уже пенсионного возраста, и у них уже есть ряд сопутствующих заболеваний. В Сургутском кардиодиспансере такие операции делают пока еще не часто. Но, по оценке Романа Полякова, это всего лишь вопрос времени. Команда уже настолько у нас натренировалась, что я думаю, эти операции будут проходить достаточно рутинно и часто. Анна Максимова, Елизавета Саенко, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости. Еще больше интересного, любопытного, важного. Еще больше вашего доверия. Вашего доверия.